Симпозиум носит название «Здоровье в раннем возрасте. Траектория во взрослую жизнь». Мы постарались включить работы, которые касаются именно тех разделов, которые связаны с формированием здоровья детей. И в своем первом докладе «Что помогает и что мешает грудному вскармливанию стать биологической нормой для всех детей» мы показываем свои достижения, свой практический опыт, ставим проблемы. И это наша общая работа и главного специалиста, и специалистов нашей кафедры. А доклад сделает ветеран вуза, заслуженный врач Российской Федерации, доцент кафедры Лариса Емельяновна Строева. Пожалуйста. Президиум. Сегодня редко какой конгресс или конференция обходится без обсуждения грудного вскармливания. И действительно, это очень важный вопрос. Сегодня он уже ни у кого не вызывает сомнений. Но не все так гладко в этой проблеме, чтобы о ней не говорить. Скорее наоборот. Последние годы нам кажется, что скорее хуже становится, чем лучше. С одной стороны, безусловно, это биологическая норма, это общебиологические понятия, и оспаривать тут бесполезно, потому что много миллионов лет назад природа таким образом решила для млекопитающих. Если бы это было, наверное, невыгодно, то давно бы уже что-то исправилось. Индивидуальный состав этого молока, изменения его, они невозможно повторить ни в одном искусственном продукте. Ну, вот я показываю слайд относительно недавний по состоянию грудного вскармливания в Российской Федерации. Ну, вы видите, что если в первом полугодии все равно меньше половины детей получают грудное вскармливание, то во втором полугодии это еще хуже, и тенденция еще большего снижения, о чем я уже сказала, что мы тоже это чувствуем. Что касается Ярославской области, то вот в 2010 году мы анкетировали мам, и, видите, у нас были показатели много лучше, на уровне лучших российских регионов. И самое радостное, что показатели, которые выставлены как объективные показатели медицинских учреждений, они совпадают практически с мнением мам. Что касается 2022 года, то посмотрите, вроде бы показатели, во-первых, становятся все-таки даже средние, несколько хуже. И самое главное, очень большой размах в разных медицинских учреждениях, что, наверное, не очень понятно. И учитывая, что одинаковую территорию, не очень большую Ярославской области, то возникают сомнения вообще по достоверности этих сведений. Грудное вскармливание, кроме того, что это биологическая норма, у него нет просто нутритивной составляющей. У него его роль гораздо выше в здоровье детей. И духовная близость остается с мамой, и у ребенка, и у мамы к ребенку. Мы говорим с молоком матери, подразумевая практически, что действительно такие слова произносятся само собой, а в общем-то действительно с молоком матери ребенок получает не просто здоровье, он получает счастье на всю следующую жизнь. И программирование как иммунологическое, так и метаболическое являются составляющей того, что ребенок и в это время, пока он кормится, имеет лучшее здоровье. И, безусловно, программируется у взрослого лучшее здоровье. Сама мама, которая выкормила малышей, она более состоятельно себя чувствует. Ее здоровье тоже доказано, что улучшается в целом по сравнению со средней популяцией. Ну и вот мы попробовали посмотреть, что же при таком хорошем отношении к грудному вскармливанию не получается, в том числе и в нашем регионе. За три исследования мы посмотрели больше, чем 1000 женщин и их детей, которые анкетировались, мамочки. В анкете было больше 50 вопросов. Обследовали мы в 5 городах, в 3 регионах – Ярославская, Вологодская и Костромская. Ну и вот
эти данные мы хотим представить. Женщины были достаточно зрелые, возраст их был около 30 лет, 3/4 из них были с высшим образованием. И мамочки, те, которые охотно шли на контакт, потому что анкета большая, они ее заполняли. То есть как бы это вот все-таки некоторая элита среди кормящих женщин. Что же у нас получилось? Сразу после рождения в роддоме, когда анкетировали этих женщин, то практически 100% планируют кормить грудью. И где-то до 6 месяцев планируют кормить исключительно грудью, и старше года планируют кормить, ну, тоже практически 100%. Такие же данные дают многие авторы. Вот относительно недавно я слышала от Ольги Леонидовны Лукояновой, которая тоже говорит, что с рождения практически все вообще хорошо, все хотят. Ну, однако мы в своей практике видим, когда с мамой разговариваешь, практически ни одна не имеет опыта общения с кормящими женщинами. Никто не помогал там сестре, подруге кормить грудью. Мало того, даже когда про животных спрашиваешь, видели ли, как кормили кто-то из животных, понятно, что или корову видели на картинке, или кошка-собака стерилизованная. Поэтому абсолютно никакого ни биологического, ни человеческого опыта практически нет. И надо мамочку учить этим действиям, которые должны быть у нее после родов. Потому что просто само собой, к сожалению, это все не получится. Посмотрите, сколько проблем мамы написали нам в этих анкетах, которые их беспокоили. Я вынесла на слайд только то, что, ну, многих женщин беспокоит, скажем так, 20-30%. Вот посмотрите, вопрос прикладывания к груди у 60% возникает сомнение. Ну и, например, когда кормить ребенка, абсолютное большинство отвечает, что когда он плачет, и 30% просто спрашивают, а когда же все-таки кормить, да? Вот. Что делать, когда молока мало? Очень важный вопрос до трети женщин, которые задают хотя бы этот вопрос, как самой питаться. Остальные не задают, но понятия не имеют. А очень часто эта проблема выливается в то, что женщина заканчивает кормить, потому что почему-то она решает, что есть ничего нельзя, хотя ровно наоборот. И печально, что вот при всех исследованиях женщины показали, что они даже школу беременных практически не посещают. Видите, 1 из 6 примерно. И еще одна печальная цифра – это то, что каждая пятая сказала, что нечего там и делать. И объясняют это тем, что очень мало занятий, конечно, по грудному вскармливанию. Вот в нашем исследовании получилось примерно 2 часа. А так, вот, в реальности-то это 1 час. И понятно, что за 1 час рассказать и преимущества, и технологию, и питание мамочки, конечно, невозможно. Школы сейчас даже законодательно, это школы акушерские. И акушеры видят там только свои проблемы. Они готовят женщину, то есть антенатальная охрана, там подготовка к родам, поведение в родах. И создается впечатление, что на этом все заканчивается. А то, что с этого только все и начинается, то есть, безусловно, это очень важные моменты, чего женщины плохо кормят. Возможно, перспективой является обучение современных женщин в электронной среде. Вот наши выпускницы, ординаторы сейчас в Костроме организовали такой чат в Телеграме. И мы видим, что у них прямо за очень небольшой промежуток времени количество женщин, которые интересуются, задают вопросы, которым они рассказывают. И женщины пишут, что такую достоверную и доступную информацию в другом месте они получить не могут. Ну, возможно, это современный способ обучения современных женщин. По нашему исследованию, видите, что получилось? Что уже в месяц, а к 3-м-то уж точно, женщины поменяли свое мнение и после года планируют кормить в лучшем случае каждая вторая, а то только каждая четвертая. А после года не больше 30% и еще примерно столько же не определились со своим мнением, то есть, видимо, там будет искусственное вскармливание.
Ну вот на этом слайде я хочу показать очень важный момент, а он у меня опять не получается. Помощники, может быть, что-то сделаем, чтобы видео сработало. Здесь очень важный момент, от которого зависит то, насколько женщина поймет технологию грудного вскармливания. Вот видите, сейчас видео покажет нам, что молоко будет только тогда, когда вот сейчас вот эти мышечные клеточки вокруг альвеоцита, вокруг альвеолярного мешочка сократятся. Вот только тогда молоко пойдет из груди. А большинство женщин считают, что молока нет. Нет фактически окситоцина. И поэтому вот по нашим мнениям, как только мы научим женщину тому, что все-таки большее значение имеет окситоцин, что молоко всегда есть. И вот в этом плане можно показать наш результат нашего анкетирования. Мы задавали этот вопрос немножко так коварно. Мы спрашивали, промокал ли бюстгальтер во время беременности. И видите, до половины женщин отвечали, что промокал. То есть молоко было и даже было какое-то количество окситоцина. А вот когда мы потом посмотрели после родов, видите, только к третьим суткам появляется достаточное количество окситоцина. И вот эта самая печальная цифра, каждая пятая женщина даже в конце второй недели вообще не отвечала на этот вопрос. И когда уточняли наши ординаторы, а почему же такое произошло, вы не отвечаете на этот вопрос, женщина вообще не понимала, о чем ее спрашивают. То есть она не понимала, что когда она кормит одной грудью, из второй должно течь молоко. Партнерские роды, к сожалению, плохо распространены. Вот картинки, которые я поставила, это как раз удачные партнерские роды, когда папа понимает свою роль на родах, и мама тоже. А мамы наши отвечали, что нужна физическая поддержка, а о том, что нужна психологическая поддержка, что нужно папе обнять, поцеловать женщину, что нужно, чтобы появился окситоцин, вот такого ответа мы вообще не получили. И в результате, значит, посмотрите, женщины отвечают, что молоко у них появилось якобы на третьи сутки, а поток молока вообще не ранее четвертых. Ну и когда женщина не понимает этот рефлекс, она и говорит о том, что ребенок ленивый, что он перестает сосать, что он устал, что ему тяжело, что почему-то из груди тяжелее, чем из соски, что его покормили из соски, теперь он грудь не хочет. Но в этом-то есть некоторая правда. На самом деле, вот именно несрабатывание окситоцинового рефлекса у уставшей, у нервничающей женщины, у тревожной женщины, кажется, что молока нет. И чем больше мы объясним ей эту технологию грудного вскармливания, лучше бы до того, как появится голодный ребенок у нее на руках, что надо поймать настроение, что надо, так как раньше бабушки-повитухи говорили, что надо вот обнять, поцеловать, подойти, подождать, полюбоваться ребенком, порадоваться за рождение нового человека, что это гораздо важнее, чем правильное прикладывание, особенно в момент становления лактации. И мамочки, вот многие как раз со слишком большим старанием, с тревожностью, с гиперответственностью, ну, мы должны объяснить, что это не работа, это счастье, это удовольствие, это наслаждение, в противном случае грудное вскармливание не получится. Сегодня женщины многие пребывают в тревожном, гиперответственном состоянии. Ну и в результате у нас получилось, что ведь и половина детей в роддоме получала смесь. К сожалению, в одном из регионов также половина получали смесь до первого кормления. Ну, это вообще катастрофа, как понятно. Ну, не меньше каждого пятого ребенка так и получали эту смесь. Из роддома при выписке каждый четвертый ребенок продолжал получать докорм. А если вот мы анкетировали детей уже в поликлинике, то до месяца исключительно грудное вскармливание, видите, уже только у одного из трех, а после месяца уже только одного из шести. Конечно, это все путь к искусственному вскармливанию. Ну, вот я показываю, вот это не мои данные, о том, что и в других странах примерно так же, до половины педиатров не считают себя очень уверенными в том, что получится грудное вскармливание. И наши тестирования медсестер, акушерочек, неонатологов, педиатров, ну, тоже не радует в этом плане. То есть доктора не чувствуют себя уверенно и дают неправильные ответы, а маму выбирают то, что им больше подходит, то, что больше нравится. И врач в основном воспринимается как человек, который
хорошую или лучшую смесь порекомендуют. Но я обычно говорю, что я такой не знаю, вот, поэтому как-то сложно консультировать в этом плане. А мамочки вот так ждут от нас хорошую смесь. Причиной неуверенности врача все-таки, на мой взгляд, наиболее часто это неполное знание. Для того, чтобы сделать вскармливание успешным, надо больше внимания, на наш взгляд, уделять технологии грудного вскармливания и говорить о том, что это не работа, а все-таки счастье. Основные выводы, которые мы сделали, что мамочки после родов пока еще, слава богу, большинство настроено, не большинство, а практически 100% настроено на длительное грудное вскармливание. И поэтому в школах беременных необходимо увеличить время, передать часть занятий, безусловно, на анатологу, педиатру, для того, чтобы научить именно технологии, именно тому, чтобы мама понимала роль окситоцина, пролактина, глубокого прикладывания груди. Надо поддерживать матерей практически после родов. Необходимо самим иметь одинаковые глубокие знания. Ну и вот обнадеживает то, что сейчас на уровне Государственной Думы появился интерес к грудному вскармливанию и меняется что-то, потому что административный ресурс, конечно, в этом моменте на сегодня он определенно нужен. Ну и еще раз сказать, что грудное вскармливание, материнство – это про любовь, про счастье, про удовольствие. На кафедре у нас проходят курс, в рамках НМО курсы повышения квалификации. Мы по-прежнему приглашаем, чтобы у нас были общие знания у медицинских работников. Я благодарю вас за внимание. Спасибо огромное, Лариса Емельяновна. Я думаю, что мы в своем докладе четко ответили на вопросы, что помогает и что мешает грудному вскармливанию стать биологической нормой, да, дать старт. Лариса Емельяновна, секундочку, дать старт здоровью детей. Лариса Емельяновна у нас является учителем, наставником для всех неонатологов Ярославской, Костромской областей и частично Вологодской областей. Она высокопрофессиональный консультант по грудному вскармливанию. И, конечно, все, чего мы добивались, добиваемся и очень хотим улучшить показатели, большая заслуга Ларисы Емельяновны. Она уложилась в своем докладе. У нас есть время, 1 минута для того, чтобы очно можно задать вопрос. Остальные вопросы мы ждем также и вот в чате. Пожалуйста, есть вопросы из зала? Спасибо, Владимир Иванович. Да, Надежда Леонидовна. Палате, да, потому что, ну, я служу по своим невесткам, которые все рожали в московских достаточно таких, как сказать, престижных роддомах, ни с кем из них не было проведено какого-то консультирования по грудному вскармливанию. Мало того, по умолчанию в этом роддоме сразу начинали подкармливать, ну, или водой, или сразу смесями, или сладкой водичкой, причем через очень мягкую соску. Вот, наверное, тут какие-то нужны организационные моменты, да, и вот... Вы правы, Надежда Леонидовна, потому что вот сейчас как раз я коротко сказала, что Государственная Дума заинтересовалась. На недавней конференции в Питере заместитель комитета по семье, материнству и детству, к сожалению, не назову имя отчество, Буцуева, она как раз и говорила о том, что вот они планируют собраться и прописать профессиональный стандарт специалиста по консультированию по грудному вскармливанию. Потому что сегодня все это делается на энтузиазме. И в зависимости от приверженности медицинского учреждения вот к этому вопросу, или сестры, или врачи со своей работы, ну, администрацией обозначаются как консультанты. То есть они считаются фактически сестрами или врачами. И вот, например, у нас в перинатальном центре один такой специалист. Родов, ну, в лучшем случае 10, а то обычно 20. И вы представляете, она утром приходит, и вот она у 20 женщин должна оказать им помощь. Плюс у нее со вчерашнего дня, с позавчерашнего, плюс патология новорожденных и реанимация. И понятно, что это физически просто невозможно. Вот Владимир Иванович может скажет, как у них лучше. Я могу сказать, что вот в ведущем учреждении по перинатологии, это в
Сути Кулакова, у них целый отдел нутрициологии. И у них, ну, вот так, по нашим сведениям, по тому, как они проводят учебу, да, если специалистов достаточно, то польза, конечно, несравнимо больше. И показатели у них много лучше, в том числе у глубоко недоношенных детей, которые уходят в большом проценте на грудном вскармливании, не менее 75 дети до 1,5 килограмм уходят на груди. Так что, конечно, консультант имеет очень большое значение. Вот Дума еще, как с той конференции я услышала, планирует на базе кабинетов здорового ребенка в поликлиниках сделать центр нутрициологии, то есть где тоже будет консультант по грудному вскармливанию. Но вообще это дело каждого врача, потому что в обходе все равно надо обратить на это внимание. Вот у нас в отделении, ну, в каждой женщине доктор подходит, и с этого вопрос начинается, потому что лечатся, слава богу, не все дети, а грудь должны получать все. И Лариса Беляна подчеркивала о том, что вообще-то рассматривается вопрос о подготовке профстандарта, профстандарт-консультант по грудному вскармливанию. Коллеги, я хотела бы добавить абсолютно вот с точки зрения практического врача и врача, который ведет прием, и много в структуре сейчас стало детей до года, что нужно возрождать, нужно возвращать традицию, практику, опыт дородовых и патронажей, и дородовой подготовки, когда это будут небольшие группы, и когда это не будет 10 или, к счастью, 20 родов и мамы, оставшиеся с предыдущих суток, когда можно будет обеспечить индивидуальный подход. Мы все знаем нагрузку на участкового педиатра, да, и сколько на него, не умаляя роли педиатра при этом, потому что врач первого контакта и мамочка, выписанная на третьи сутки из родильного дома, да, у нее подчас может не быть больше помощников. Но вот эти школы, когда мы давали, ну, первые навыки, первые знания, первое обучение, когда мама уже, ну, несколько подготовленная шла в родильный дом, а там ее встретят еще команда профессионалов, это может не называться центр нутрициологии. Может быть, когда-то мы и вырастем, да, до такого центра, но чтобы это были люди, тем более, если будет, и это свершится, профстандарт, отдельный специалист, который будет владеть этими навыками, мы, ну, сможем достичь большего и вернуться к истокам, когда охват грудным вскармливанием был вот как в первых опытах анкетирования. Спасибо большое. Спасибо, да. Мы будем соблюдать регламент и, подытоживая этот доклад, самое главное, наверное, скажем, что на всех уровнях, на всех этапах должна быть подготовка, должны быть знания, должны быть умения по грудному вскармливанию. Второй доклад. Нарушение усвоения жиров как вероятная причина витамин К дефицитного геморрагического синдрома у детей первых недель жизни представит ассистент кафедры и врач-анестезиолог-реаниматолог перинатального центра Колгина Светлана Евгеньевна и соавторы, которые работают в областной детской клинической больнице. Пожалуйста, Светлана Евгеньевна. Уважаемые коллеги, уважаемая Лидия Ивановна, уважаемая Марина Владимировна, добрый день, здравствуйте. Уважаемые коллеги, знакомы ли вам такие случаи? Доношенная девочка 37 дней поступила на госпитализацию по поводу отсроченного кровотечения в бедро из места инъекции после вакцины против гепатита. До описанного случая девочка была здорова. В анамнезе отмечалась кровоточивость из пупка. Последнюю неделю перед поступлением девочка стала очень беспокойна, много плакала и с трудом успокаивалась. Бедро с местом вакцинации примерно 2 раза отличалось по размеру от интактного бедра. Мама отметила как положительный эффект то, что девочка успокоилась и плакала мало при поступлении. По данным компьютерной томографии головного мозга выявлено обширное внутримозговое кровоизлияние, различное по плотности. При обследовании отмечалась кровоточивость из мест вколов и прогрессировало внутричерепное кровоизлияние. Или следующий случай. Доношенная девочка на 30-40 сутки жизни почувствовала себя плохо. Из объективных симптомов отмечалось нарушение стула. На 41 сутки состояние резко ухудшилось, произошел отказ от груди. Девочка поступила в реанимационное отделение в тяжелом состоянии с выраженной гиперестезией, стоном, выбуханием большого родничка, с тахикардией до 180-200 ударов в минуту, мозговой симптоматикой и кровоточивостью из мест инъекции. По данным компьютерной томографии головного мозга выявлено нетравматическое субарахноидальное субдуральное кровоизлияние в заднюю черепную ямку.
Или следующий случай. Госпитализирован доношенный мальчик в возрасте 29 дней с жалобами на выраженное беспокойство, кишечную колику и рвоту после еды. За 3 дня до госпитализации было геморрагическое отделяемое в носу. За 2 дня мама обнаружила во время купания гематому на спине. Накануне госпитализации ребенок стал беспокоен, появилась сеть видимых кровеносных сосудов на голове, и ребенок резко успокоился. Педиатр при активном посещении отметил выбухание большого родничка и направил на госпитализацию с диагнозом гидроцефальный синдром и кишечная колика. При госпитализации видна была поза декортикации с запрокинутой головой, с перекрестом и тоническим вытягиванием ног, руки согнуты в кулаки, приведены к телу. Кроме того, выраженная гиперестезия, гидроцефальный синдром. Большой родничок не определялся и выявлена анизокория справа. Данные компьютерной томографии головного мозга представлены на слайде, и это тяжелое внутрижелудочковое кровоизлияние у доношенного ребенка. Всем детям был проведен комплекс лечебно-диагностических мероприятий, который включал в том числе исследование коагулограммы с исследованием активности факторов свертывания крови. На слайде представлены данные до начала лечения и на следующий день после проведенного гемостаза. Внимание обращает резкое увеличение показателя первой фазы коагуляции от ЧТВ, а также снижение практически до нуля активности некоторых специфических факторов свертывания крови. В одном из случаев это 7-й и 9-й фактор, и во втором случае 9-й фактор. Факторы свертывания крови, потерявшие активность в этих наших исследованиях, относятся к протромбиновому комплексу, испытывают влияние витамина К для приобретения активности. Важно помнить, что к протромбиновому комплексу относят не только прокоагулянты 2, 7, 9 и 10 факторы, также антипротазы СС, обеспечивающие лизис тромба, и белок остеокальцин, который участвует в остеосинтезе. Особенностью всех факторов протромбинового комплекса является наличие в их структуре аминокислоты гамма-карбоксиглутамина, для синтеза которой и нужен витамин К. При дефиците витамина нарушается процесс активации путем гамма-карбоксилирования предшественников факторов в печени. При возникновении дефицита витамина К у новорожденных время развития кровоточивости зависит от причин развития дефицита. Если кровоточивость возникает в первые сутки жизни, то следует признать, что возможности профилактировать ранний витамин К дефицитный геморрагический синдром у нас нет. Дефицит витамина К здесь определяется внутренними факторами, отсутствием депо в организме новорожденного ребенка и нарушением поступления витамина через плаценту, поэтому зависит от состояния желудочно-кишечного тракта матери и приема препаратов, которые могут разрушать витамин К. Уже в раннем неонатальном периоде внутренние неуправляемые причины дефицита сменяются внешними, такими как недостаточное поступление витамина извне или недостаточное усвоение витамина при его дефиците, а самое главное, у очень широкого круга лиц, наших детей новорожденных, вследствие развития синдрома нарушения усвоения пищи. Поздняя форма витамин К-зависимой кровоточивости обусловлена в первую очередь нарушением усвоения витамина К в кишечнике ребенка. И здесь синдром малабсорбции выходит на первый план, так как дети с холестазом, с синдромом короткой кишки, с антибактериальной терапией, парентеральным питанием находятся под непосредственным непрерывным контролем врача. А все остальные условно здоровые новорожденные, у которых может развиться синдром нарушения усвоения пищи, не так пристально контролируются педиатром, находятся дома. Мы говорим о поздней форме витамин К-зависимого геморрагического синдрома в той связи, что клинические варианты кровотечений при этой патологии наиболее опасны. Они представляют собой в большинстве случаев тяжелые, разрушающие мозг внутричерепные кровоизлияния, такие как субдуральные гематомы и паранхематозные гематомы. Количество таких гематом составляет до 80% случаев возникновения внутричерепных кровоизлияний при дефиците витамина К. Исходами внутричерепных кровоизлияний при витамин К-зависимом геморрагическом синдроме авторы указывают смертность до 15-20%, а также неблагоприятные отдаленные последствия в виде и двигательного, и интеллектуального дефицита, другие 20-50%.
По данным нейрохирургического отделения Морозовской детской больницы, гибель пациента может наступить в 40% случаев, в остальных 60% случаев разовьется неврологический дефицит. Таким образом, причина поздней формы К-зависимых кровотечений у условно здоровых новорожденных остается синдром мальабсорбции. Синдром мальабсорбции – это клинический симптомокомплекс, который возникает вследствие нарушения пищеварительно-транспортной функции тонкой кишки. Он приводит к метаболическим расстройствам в результате нарушения всасывания нутриентов, витаминов и микроэлементов. Клинически синдром мальабсорбции проявляется вторичной экссудативной энтеропатией с проявлениями водянистой диареи и снижением прибавок массы тела. Наши наблюдения показали, что основные причины развития водянистой диареи – это нерациональное питание кормящей женщины, а также вирусные инфекции с интестинальным синдромом. Чтобы понять взаимосвязь мальабсорбции и кровоточивости, мы сконцентрировались на физических свойствах витамина К, важнейшее для усвоения организмом человека – это растворимость витамина в жирах. Логично рассудить, что мальабсорбция жиров приводит к дефициту жирорастворимых витаминов, к числу которых относится и витамин К. Чтобы доказать мальабсорбцию жира и оценить спектр потерь различных липидов в лабораторных условиях кафедры биологической химии нашего вуза, был воссоздан метод тонкослойной хроматографии липидов. Непосредственно способ определения и количественной оценки липидов при исследовании капрологии у новорожденных представляет собой построение и количественное исследование липидограммы кала новорожденного ребенка. Для построения липидограммы используется метод тонкослойной хроматографии липидов, который изучает качественно, а самое главное количественно, спектр различных липидных фракций в образце кала от ребенка. Для количественного исследования липидных фракций, определения количества общих липидов применялся метод фотоэлектрокалориметрирования. Нами было проведено исследование, посвященное качественному и количественному определению потерь жиров у новорожденных детей, которые развили витамин К-зависимый геморрагический синдром, и корреляция этих потерь с данными коагулологического скрининга у этих детей. Нами наблюдались дети, поступившие на лечение в отделение патологии новорожденных областной детской клинической больницы с клиникой геморрагического синдрома. Сроки развития геморрагического синдрома соответствовали классической либо поздней формам дефицита витамина К. Все дети к моменту развития геморрагического синдрома относились к категории условно здоровых новорожденных. Они родились в сроки доношенной беременности со средней массой тела около 3,5 кг и небольшим разбросом по массе тела. Дети родились без асфиксии, были зрелые к моменту рождения. Очень важно, что более чем 2/3 этих детей проводилась профилактика развития витамин К-зависимого геморрагического синдрома препаратом Викосол. Подавляющее большинство исследованных детей получали естественное вскармливание, что по данным клинических рекомендаций по лечению и диагностике геморрагической болезни считается фактором риска для развития геморрагической болезни новорожденных. Но более четверти этих детей получали смешанное либо искусственное вскармливание, что считается возможностью профилактики дефицита витамина К у новорожденного ребенка из-за большого содержания витамина в смеси. При этом выполнился один из критериев синдрома мальабсорбции – то, что дети имели низкие прибавки массы тела к 15 суткам, в среднем около 190 граммов. Это демонстрирует нам проблемы вскармливания и получения детьми недостаточного количества и качества питания к указанному возрасту. Клинически геморрагический синдром проявлялся чаще кровоточивостью из пупочных сосудов. Реже мы наблюдали желудочное и кишечное кровотечение, и в одном случае было внутричерепное кровоизлияние. У всех детей были зафиксированы случаи экссудативной энтеропатии. У всех детей было проведено исследование коагулограммы, а также активности факторов протромбинового комплекса. Причем клиническая лаборатория областной детской клинической больницы делала фактор или несколько факторов протромбинового комплекса в сравнении с другими факторами, как правило, это 8-й и 5-й факторы свертывания крови, что улучшает репрезентативность анализа и исключает другие причины коагулопатии.
были зафиксированы изменения, характерные для витамин-К-зависимого геморрагического синдрома. Это увеличение АЧТВ, протромбинового времени, международного нормализованного отношения и снижение протромбинового индекса. При этом выявлено значимое снижение активности факторов протромбинового комплекса вплоть до отсутствия их активности. Все мамы после госпитализации имели беседу с неонатологом и вели пищевой дневник. При ведении пищевого дневника было зафиксировано два значимых фактора нерационального питания. Это избыточное употребление молочных продуктов и химически загрязненная пища. Всем детям проводился анализ липидограммы кала методом тонкослойной хроматографии липидов. На фотографиях пластин ниже представлены два случая липидограммы. Полученный результат наших исследований представлен здесь в таблицах. Представлен довольно большой размах потери общих липидов, причем верхние значения потери липидов коррелировали с наибольшими изменениями в коагулограмме и большей выраженностью геморрагического синдрома у ребенка. Следует подчеркнуть, что даже малые потери общих липидов сопровождались развитием кровоточивости. С точки зрения липидных фракций наиболее значимыми нам показались 4 из 11 – это копростерол, высшие жирные кислоты, холестерол и фосфолипиды. Слева более окрашенный образец демонстрирует потери фракций липидов по сравнению с более бледным образцом справа. Все дети получили лечение геморрагического синдрома по стандартам, изложенным в клинических рекомендациях. Детям вводился аминодион натрия бисульфит, и в двух случаях для остановки тяжелого ургентного кровотечения была использована трансфузия свежезамороженной плазмы. После начала лечения у детей быстро восстанавливалась активность факторов протромбинового комплекса, в среднем до 50% их активности. К 4-5 суткам жизни был отмечен регресс клинических симптомов кровоточивости и вторичной эксудативной энтеропатии. Почему при восстановлении только 50% активности факторов уже регрессирует геморрагический синдром? В гематологическом центре Измайловской детской больницы было проведено исследование. Наши уважаемые коллеги пришли к выводу о том, что у здоровых новорожденных активность факторов протромбинового комплекса составляет в норме только 30-60% от уровня их активности у взрослых. У плодов срока гестации, соответствующих недоношенной беременности, активность этих факторов еще ниже по сравнению с доношенными детьми, что, вероятно, обеспечивается низким содержанием витамина К в молоке лактирующей женщины. При этом у детей, хорошо усваивающих витамин К с пищей, не наблюдается клинических проявлений нарушения гемостаза. Наши выводы заключаются в том, что при развитии вторичной эксудативной энтеропатии происходит нарушение всасывания макро- и микронутриентов в тонком кишечнике. Малоабсорбция жиров приводит к дефициту жирорастворимых витаминов, и недостаток витамина К приводит к дефициту активности факторов свертывания крови. Общее количество липидов в стуле напрямую коррелирует со степенью выраженности геморрагического синдрома. Каковы современные подходы к лечению и профилактике витамин-К-зависимого геморрагического синдрома? До последнего времени единственным препаратом для лечения и профилактики был аминодион натрия бисульфит или викосол. Свежезамороженная плазма использовалась для лечения ургентных кровотечений. Но аминодион – это вещество, не лишенное недостатков. В настоящее время имеется в формуляре неонатолога фитаминодион, синтетический водорастворимый витамин К, который зарегистрирован в 2022 году. По форме вещества это эмульсия для приготовления раствора для внутримышечного внутривенного введения, и эффект от введения этого вещества наступает в течение первого часа. Пероральное применение для профилактики, как правило, используется именно этот метод введения препарата. Вне инструкции. Эффект от его введения развивается в течение 60 часов. На сайте реестра лекарственных средств указано, что фитаминодион рекомендуется вводить детям с любыми геморрагиями. Установить их причину можно и после применения, а потеря времени на диагностику может привести к смертельному исходу. В заключение хочу сказать, что описанные выше случаи – это, конечно, очень редкие ситуации, которые возникают практики неонатолога. Да и этим случаям, которые описаны в начале презентации, уже несколько лет. В основном пациенты обращаются в областную детскую клиническую больницу с малыми формами кровоточивости. Как правило, это кровотечение из пупочных сосудов. Почему сложилась такая благоприятная практика в нашем регионе?
потому что сотрудниками нашей кафедры проделана большая и качественная работа по пропаганде в регионе грудного вскармливания, по формированию правильных подходов к формированию рациона кормящей женщины и настороженности к симптомам малой кровоточивости. Педиатры нашего региона знают, что легче направить ребенка с минимальной кровоточивостью для восполнения дефицита витамина К, чем потом иметь дело с неблагоприятными последствиями дефицита витамина К. Ну и плодотворная совместная работа нашей кафедры педиатров Ярославской области позволяет нам не копить банк клинических случаев тяжелых поражений нервной системы у здоровых новорожденных детей. Спасибо большое всем за успешную работу и за внимание. Спасибо большое, Светлана Евгеньевна. Мне нечего добавить к этому докладу, потому что все четко и ясно с рекомендациями сделано в докладе. Тем более у нас нет времени на вопрос. Думаю, что после окончания всех докладов, если они останутся, эти вопросы, и будут написаны в чате, то мы их проговорим. А сейчас приступаем к третьему докладу. «Ребенок с экстремально низкой массой тела. Какой он в будущем?» Доклад делает Щербакова Валентина Петровна, соавтор Ермолина Елена Анатольевна. Это наш Ярославский областной перинатальный центр. Валентина Петровна выпускница аспирантуры нашей кафедры, готовится к защите диссертации. Это молодой, перспективный специалист. Пожалуйста, Валентина Петровна. Доброе утро, уважаемые коллеги, глубоко уважаемые Лидия Ивановна и Марина Владимировна. Разрешите вам сегодня рассказать про наших самых маленьких пациентов. Уровень выхаживаемости глубоко недоношенных детей, он повышается с каждым годом благодаря улучшению методов неонатальной интенсивной терапии. Но при этом мы до сих пор в достаточной степени не знаем о состоянии здоровья в будущем этих детей. В Российской Федерации каждый год около 6% детей рождаются недоношенными, а доля детей с экстремально низкой массой тела составляет от 0,4% до 0,5%. В Ярославской области в среднем в год детей крайне недоношенных рождается от 30 до 45 детей. В исследование включались дети, рожденные на территории Ярославской области с массой тела менее 1000 грамм в период с 2012 по 2019 год. Также условием было то, что ребенок находился под наблюдением амбулаторного отделения для детей раннего возраста областного перинатального центра до 3-летнего возраста. В эту выборку были включены 216 детей. Наши коллеги из Вашингтонского университета в 2012 году представили вот такую программу машинного обучения, которая показывала влияние множества факторов друг на друга и в том числе на психомоторные исходы у детей к возрасту 2 лет. И данная программа позволяла рассчитать будущие показатели по шкале Бейли-3. Также множество исследований показывает влияние на психомоторное развитие, на будущие исходы таких показателей, как физическое развитие детей, получаемое вскармливание, также рост окружности головы, есть ли постнатальная задержка роста у этих детей. И все исследования, конечно же, показывают именно многофакторность данного вопроса. И первый этап, когда мы можем хоть как-то крайне отдаленно сказать, каким будет ребенок в будущем, первый этап – это 1 месяц жизни. Было установлено, что психомоторное развитие детей, рожденных с экстремально низкой массой тела, взаимосвязано с ростом окружности головы в первый месяц жизни. В эту выборку не включались дети с тяжелыми поражениями центральной нервной системы, таких как ВЖК 3-4 степени, перенесшие перивентрикулярную лейкомаляцию, и дети с гидроцефалией. Дети были разделены на 3 группы. В первую группу вошли те дети, у которых положительное изменение окружности головы в первый месяц жизни составил менее 4%. Это была группа замедленного роста. В группу догоняющего роста окружности головы вошли дети, у которых положительное изменение параметров окружности головы за первый месяц жизни изменился от 4 до 10%.
И в третью группу быстрого догоняющего роста окружности головы вошли дети, у которых прирост окружности головы составил более чем 10%. И было установлено, что множество факторов, влияющие на быстрый догоняющий рост окружности головы, а в частности это масса тела при рождении, дети, которые родились от 750 грамм до 1 килограмма, они чаще имели быстрый догоняющий рост окружности головы. Сам гестационный возраст, дети, которые рождены были раньше 27 недели гестации, чаще всего имели замедленный рост окружности головы. Также сама окружность головы при рождении и влияние гемодинамически значимого функционирующего артериального протока также влияет на быстрый догоняющий рост окружности головы. И нам было установлено, что к трехлетнему возрасту быстрый догоняющий рост окружности головы был чаще, и в частности нормальное психомоторное развитие к возрасту трех лет было в группе быстрого догоняющего роста и составило 52,9%. При этом в группе замедленного роста окружности головы таких детей с нормальным психомоторным развитием, не имеющих задержек, было всего лишь 24,3%. При этом задержка психомоторного развития к возрасту 3 лет достоверно чаще отмечалась в группе замедленного роста окружности головы и составила 62,2%. Также были значимые изменения, с которыми в дальнейшем те диагнозы, которые вносились в систему мониторинга здоровья детей, рожденных с экстремально низкой массой тела к возрасту 3 лет. Итак, у детей с замедленным ростом окружности головы значительно чаще были такие диагнозы, как белково-энергетическая недостаточность, детский церебральный паралич, задержка этапов развития, в то время как в группе быстрого догоняющего роста окружности головы детей с заключением здоров было значительно больше. И следующий этап, когда мы тоже можем ответить на вопрос, каким же будет ребенок в будущем, это период выписки из стационара. И вот на этот момент необходимо оценивать физическое развитие детей, потому что значимым фактором риска недостаточности питания у детей, рожденных с экстремально низкой массой тела, является постнатальная задержка роста. И те дети, которые рождаются, выписываются с дефицитом массы тела первой и второй степени на свой постконцептуальный возраст из стационара в будущем, имеют высокий риск развития недостаточности питания к возрасту 3 лет. Когда мы оценивали непосредственно риски недостаточности питания в будущем, мы исключали детей, рожденных малыми к сроку гестации, потому что эти дети имеют свои собственные траектории развития. Поэтому здесь получается, что постнатальная задержка роста, она сохраняется не только в неонатальном периоде, она также сохраняется в периоде раннего детства. И мы видим, что с каждым годом, конечно, дети достигали нормальных параметров физического развития больше. К трем годам их становилось все больше. Но при этом мы видим, что в группе детей без дефицита массы тела при выписке, у них, конечно, этих детей было значительно больше с нормальными антропометрическими показателями. И также мы видим, что дефицит массы тела в первых трех группах, он значительно выше именно у детей, которые выписывались с дефицитом массы тела. И почти каждый второй ребенок из этой группы к трем годам жизни имеет недостаточность питания. В прошлом году нашим отделением реализовывался проект «Взгляд в будущее» при поддержке фонда президентских грантов. И он позволил нам посмотреть наших детей уже в более взрослом возрасте. На прием приглашались детки от 4 до 10 лет. Мы смогли посмотреть 118 детей. И из этих 118 детей у нас всего было 54 ребенка. Главным условием включения в данный проект были дети, перенесшие тяжелую ретинопатию или оперированные, и которые прошли лазер-коагуляцию сетчатки. Вот. И мы, конечно, получили следующие данные. Из этих 54 детей 12% детей имели установленную инвалидность. При этом детский церебральный паралич был установлен в 33% случаев.
И вот следующий момент. При осмотре детей дети осматривались врачом, офтальмологом, педиатром, физическим терапевтом, врачом ЛФК. И в ходе этих осмотров было установлено подозрение на высокий процент интеллектуальной недостаточности, нарушение поведения, СДВГ, нарушение коммуникации в 70,4% детей. Это очень высокий процент, конечно же, нарушений интеллектуальной деятельности. Родителям было рекомендовано будущие консультации с детскими психиатрами. И у нас, конечно же, стал вопрос о том, что одного детского психолога в мультидисциплинарной бригаде нам не хватает. При реабилитации этих детей и дальнейшем его ведении, конечно же, нужен именно детский психиатр, который вовремя сможет поставить диагноз, маршрутизировать этого ребенка, подобрать ему правильное обучение в будущем. Поэтому очень бы хотелось работать в этом направлении. Сейчас, после того, как у нас был реализован проект, наши педиатры и неврологи также сами по своей инициативе начали проходить обучение в направлении детской психиатрии. И этих детей мы видим намного чаще и намного раньше. Нам есть с чем работать. Благодарю за внимание. Спасибо, Валентина Петровна. Вы даже сэкономили время. У нас есть возможность обсудить этот достаточно серьезный, непростой, я бы сказала, тяжелый доклад, итоги работы, очень напряженной, важной, которая проводится в отделении, в амбулаторном отделении перинатального центра. Есть вопросы, Валентина Петровна? Валентина Петровна, тогда, если можно, еще разочек с акцентом на педиатра, на участкового педиатра. На какие моменты нужно обратить внимание, чтобы быстрее, может быть, связаться с вами, направить на реабилитацию из тех вот моментов, которые вы озвучили? Это прирост окружности головы за первый месяц, еще? И недостаточность питания, ну, при выписке. Постнатальная задержка. Роста. В данном случае мы говорим именно про детей с экстремально низкой массой тела. И этот вопрос, конечно же, скорее не к участковому педиатру, а к отделениям катамнеза. О том, что мы можем прогнозировать на этапе реанимации, это когда первый месяц жизни, мы можем прогнозировать при выписке из стационара и в дальнейшем уже маршрутизировать ребенка под наблюдение педиатра, офтальмолога и невролога. И, конечно же, это должно быть отделение катамнеза. Потому что это скорее вот узкоспециализированный должен быть педиатр, понимающий в данном вопросе. У нас в отделении, кроме амбулаторного наблюдения, также есть и дневной стационар, где дети проходят реабилитацию. И реабилитация, конечно, не должна заканчиваться на первом году. После первого года это, конечно, должны быть занятия уже с дефектологами, с педагогами, с логопедами. И, конечно же, нужна будет помощь и психологов для работы с мамами, и, конечно же, детский психиатр нам просто необходим. Спасибо за такое важное дополнение. Пожалуйста. Развивается хорошо. Скажите, пожалуйста, если даже он хорошо слышит, ему надо делать аудиограмму вот в этом возрасте? Или если слышит хорошо, ну и не надо. Аудиограмма. Про какой возраст вы говорите? А ему ей сейчас 2 года. Родилась с массой? 650 грамм. Трудно понять, как она это вроде слышит хорошо. Вот обязательно делать аудиограмму таким детям. Аудиотест прошла нормально. Это, конечно же, нужно решать уже непосредственно с неврологом. Если есть подозрение на то, что ребенок не слышит или задерживается даже в речи, или не понимает того, что вы ему говорите. Нет, это все нормально. Тогда не нужно делать аудиограмму. Хорошо, спасибо вам большое. Так, еще есть вопросы? Еще вопросы. Скорее не вопрос, а дополнение. Врач-педиатр, я участковый. Здесь в работе у вас с начала слайдов было установлено, что исследовали детей, рожденных до 2019 года. Сейчас уже 2024 год. 5 лет как бы прошло. Современных, хотя бы там 22-23 год, у вас есть данные? Или вы над этим работаете сейчас?
Благодарю за ваш вопрос. До 2019 года, рожденных до 2019 года, мы оценивали до трехлетнего возраста. Это таким образом получается 2019 плюс 3 года. Вот они только у нас, ну вот, доросли. Это все дети, которые у нас до сих пор и наблюдаются. Рожденные. Это именно рожденные. Спасибо. Спасибо, Валентина Петровна. Следующий не менее важный доклад, он посвящен врожденным порокам сердца. И вчера на симпозиуме академик Володин Николай Николаевич обращал серьезное внимание на именно диагностику критических пороков сердца. Критические врожденные пороки сердца у новорожденных детей, особенности диагностики и течения представит доцент кафедры Тимофеева Лариса Валерьевна, соавтор доцент Шубин Елена Викторовна. Лариса Валерьевна у нас главный внештатный специалист, детский кардиолог Минздрава Ярославской области. И вот с этих позиций она уже представляет очень важный вопрос практической деятельности, да, и педиатров, и особенно детских кардиологов, да, и других специалистов. Пожалуйста, Лариса Валерьевна. Уважаемая Лидия Ивановна, уважаемая Марина Владимировна, уважаемые коллеги, сначала я хотела бы отметить еще раз, что в этом году Ярославскому государственному медицинскому университету исполняется 80 лет, и сказать это именно потому, что одним из направлений научной и практической деятельности сотрудников медицинского университета является детская кардиология и детская ревматология. И не могу сегодня не вспомнить с благодарностью наших учителей. Это Александра Александровна Суркова, это Татьяна Никитична Николаева, это Евгений Маркович Спивак, которые дали путевку в жизнь и путевку в детскую кардиологию тысячам студентов, сотням ординаторов, интернов и практическим врачам, детским кардиологам. Ну а теперь непосредственно к нашему сообщению. Врожденные пороки сердца – это аномалии строения сердца и крупных сосудов, формирующиеся в период эмбрионального развития, в результате которых возникает нарушение гемодинамики, что может привести к сердечной недостаточности и дистрофическим изменениям в тканях организма. Критические пороки сердца – это пороки, сопровождающиеся развитием критических состояний в ближайшие часы или сутки после рождения, и характеризуются общим дефицитом сердечного выброса, быстрым прогрессированием сердечной недостаточности, кислородным голоданием тканей с развитием декомпенсированного метаболического ацидоза и нарушением функции жизненно важных органов. Ну, нужно сказать, что актуальность данного вопроса, она очень большая, потому что врожденные пороки сердца и в последние годы, и всегда, они остаются достаточно распространенными и являются ведущими среди причин младенческой и нонатальной смертности. Доля врожденных пороков сердца в структуре сердечно-сосудистых заболеваний по Российской Федерации составляет около 16%, а если брать детей до 13 лет, то до 30%. Традиционно считается, что жизненный прогноз детей с врожденным пороком сердца зависит как от характера порока, гемодинамических нарушений с ним связанных и сроков оперативной коррекции и наличия осложнений в послеоперационном периоде. Если рассматривать данные статистики, то как по 2019-2020 году, так и за 2022 год, вы видите, что врожденные аномалии занимают смерть от врожденных аномалий занимает второе место среди всех причин смертности у младенцев. А если посмотреть по данным 2022 года, то смерть от врожденных аномалий системы кровообращения – это почти половина от смертей от всех аномалий. Поскольку проблема очень актуальная и очень серьезная, и такая комплексная, то и решать ее приходится всем специалистам, которые вот на слайде указаны. Очень большое значение в диагностике критических пороков сердца имеет именно антенатальная диагностика. И если в 2012 году у нас скрининговое ультразвуковое исследование проводилось каждой женщине трехкратно в сроках беременности 11-14 недель, 18-21 неделя и 30-34 недели, то с 2020 года скрининг
на патологию плода проводится всего дважды на сроках 11-14 недель и 19-21 неделя. По данным наших зарубежных коллег, антенатально диагностируется всего лишь 34-38 пороков сердца. Мы посмотрели статистику по Ярославской области, и у нас получилось, что не более 20%, но цифры отличаются в связи с тем, что мы считали на все пороки сердца, не только на критические. Колоссальное значение в адекватной диагностике сложных пороков сердца имеет квалификация, опыт врача, который проводит эту диагностику, а также наличие оборудования экспертного класса. Аномалия числа камер сердца выявляется значительно чаще и лучше, чем патология на уровне выводных отделов желудочков и магистральных сосудов. Точность пренатальной диагностики определяется не только квалификацией специалиста и наличием вот именно этого оборудования экспертного класса, но и тем, какие позиции используются для осмотра структур сердца при двухмерной эхокардиографии. Чувствительность метода при осмотре только из четырехкамерной позиции составляет 48,7%. Из четырехкамерной проекции сердца, плода и выводных отделов увеличивается уже до 58%. Если используется четырехкамерная проекция, проекция выводных отделов и проекция трех сосудов, то чувствительность метода составляет уже 77%. Конечно, сложные пороки сердца, где идет нарушение по камерам, допустим, это варианты, различные варианты единственного желудочка сердца, они диагностируются наиболее часто и составляют приблизительно 80% случаев. Транспозиция магистральных сосудов тоже выявляется достаточно часто, 67%. А вот такие пороки сердца, как аортальный стеноз, каарктация аорты, атрезия легочной артерии, аномалия Эпштейна, выявляется лишь в 26% случаев. И это представляет большую сложность, потому что именно эти критические врожденные пороки сердца сопровождаются развитием гемодинамических нарушений стремительным просто. И отсутствие своевременной пренатальной, постнатальной диагностики определяет высокую вероятность летального исхода в раннем неонатальном периоде. Если кто-то здесь есть, детские кардиологи или неонатологи, знаете, что дети с этими пороками могут буквально в течение суток развить критическое состояние. В нашей стране в настоящее время действующий протокол ультразвукового осмотра плода на 18-21 неделе включает лишь верификацию четырехкамерного сердца, среза сердца. И именно это и производится у наших женщин. Так вот, изменение этого указанного протокола в случае в сторону обязательного осмотра выводных отделов желудочков сердца и среза через три сосуда позволит значительно повысить выявляемость врожденных пороков сердца. Хороший результат после натального лечения ребенка с врожденным пороком сердца определяется не только своевременной его внутриутробной диагностикой, но и правильным ведением раннего неонатального периода. И, конечно, большую роль в выживаемости и хорошей потом жизни имеет значение близость от кардиохирургического стационара, родильного дома или родильного отделения, где будет родоразрешаться женщина с выявленным пороком сердца внутриутробно. Эффективная пренатальная диагностика пороков сердца, она крайне важна наряду с антенатальной диагностикой и влияет на структуру ранней неонатальной и младенческой смертности. В чем же заключается постнатальная диагностика критических пороков? Это, во-первых, физикальные методы исследования, это инструментальные методы исследования, обязательное двузонное пре- и постдуктальное измерение сатурации артериального давления, ЭКГ, рентгенограмма органов грудной клетки, эхокардиография и, по возможности, более сложные методы исследования, ну и проведение гипераксического теста. Всем детям необходимо проводить неонатальный скрининг на врожденные пороки сердца.
Если вы посмотрите на этот слайд и ответите при обследовании ребенка положительно на все 6 вопросов, то значит неонатальный скрининг пройден. Если вы ответите хотя бы на один вопрос отрицательно, то нужно пройти расширенный неонатальный скрининг. Если расширенный неонатальный скрининг не пройден, то необходимо проводить непрерывный двузонный мониторинг сатурации. Измерять систолическое артериальное давление ежечасно на руке и на ноге. Учитывать диурез, контроль массы тела каждые 6 часов. Этим детям необходимо выполнить в первые и вторые сутки жизни эхокардиоскопию и по ее результатам вызвать на консультацию либо кардиолога, либо есть возможность, то кардиохирурга. Если невозможно провести эхокардиограмму, то гипераксический тест. В связи с актуальностью этой проблемы нам захотелось изучить особенности диагностики и течения критических врожденных пороков сердца у новорожденных детей, для чего были проанализированы истории болезни 15 детей с критическими врожденными пороками сердца за 2020-2022 год. При анализе анамнеза вы видите, что никаких специфических особенностей для рождения ребенка с критическим врожденным пороком сердца не было. И возраст матери был обычный, да, половина жили в городе, половина жили в Ярославской области. Чаще это были повторные беременности, и большинство детей рождались в срок. Если оценивать экстрагенитальную патологию женщин, которые рожали детей с критическими врожденными пороками сердца, то тоже, в общем-то, ничего особенного. На первом месте стояла патология щитовидной железы, миопия и нарушение жирового обмена, что, ну, достаточно вероятно и в других группах тоже будет. Среди особенностей течения беременности на первом месте стояла анемия, нарушение углеводного обмена и инфекция мочевыводящих путей. Что касается антенатальной диагностики вот этих 15 детей, истории которых мы проанализировали, то на первом ультразвуковом исследовании ни у одного из них не было выявлено врожденного порока сердца. У 3 детей на втором ультразвуковом исследовании было выявлено подозрение на порок сердца, и еще у 2, то есть всего у 5 детей из тех, кого мы обследовали, чьи истории мы смотрели, внутриутробно был диагностирован врожденный порок сердца. Среди этих 15 детей чаще всего были дети со стенозом. У 5 детей был врожденный порок, стеноз клапана легочной артерии. У 4 была коарктация аорты, у 2 детей транспозиция магистральных сосудов, 1 ребенок был с гипоплазией левых отделов, 1 с аномалией Эпштейна и по 1 ребенку с атрезией легочной артерии 1-2 типа. Если проанализировать особенности неонатального периода детей, то большинство из них были мальчиками. Они родились с нормальным физическим развитием, и на первой минуте жизни признаков гипоксии у них не было. Только у 1/3 детей из всех, чьи истории мы проанализировали, в первые сутки жизни критический порок сердца мог быть заподозрен по клинической картине. Положительные результаты скрининга на критические врожденные пороки сердца имели место только у 20% новорожденных. И эхокардиография в первые и вторые сутки жизни была выполнена только у половины детей. Остальные были обследованы на 3-5 сутки жизни. Вместе с тем, респираторную поддержку в виде ЭВЛ потребовали 33% пациентов, и один из них развил клиническую картину шока. Терапию простагландинами потребовало большинство пациентов, и к нашей большой радости большинство детей, 14 из 15, были в ранние сроки успешно прооперированы в медицинском центре имени Бакулева. В связи с этим мы делаем выводы, что дети с критическими врожденными пороками сердца не имеют специфических особенностей антенатального анамнеза. Пренатальная ультразвуковая диагностика критических пороков сердца в регионах зачастую представляет определенные сложности.
Ранняя клиническая диагностика критических пороков сердца у новорожденных часто затруднена в связи с отсутствием патогномонической симптоматики в первые дни после рождения. И наиболее точным методом диагностики критических пороков сердца является ранее, на первые-вторые сутки жизни, проведение эхокардиографии. Что хотелось бы предложить по этому поводу и к чему мы хотим стремиться? Во-первых, к стопроцентному прохождению беременными женщинами пренатальной диагностики. Не всегда и не во всех районах Ярославской области это возможно. Пока еще, но мы будем стремиться. Внедрять осмотр выводных отделов желудочков сердца и среза через три сосуда в протокол пренатальной диагностики. По возможности проводить эхокардиографию новорожденным детям в первые и вторые сутки жизни. Использовать расширенный неонатальный скрининг как неонатологами, так и участковыми педиатрами у всех новорожденных. Слишком рано сейчас или просто рано выписываются дети из родильных домов, и очень часто диагностика критического порока сердца ложится на плечи участкового педиатра. Ну и, наконец, если у женщины внутриутробно выявлен врожденный порок сердца, то желательно родоразрешать ее в многопрофильных больницах с отделениями кардиохирургического профиля. Спасибо за внимание. Да, тот, кто спасет одну жизнь, да, спасает весь мир. Спасает Спасибо. Весь мир. Спасибо, Лариса Валерьевна. У нас, несмотря на то, что вы уложились, нет времени на вопросы. Простите меня как модератора, потому что еще есть два докладчика. Векторы роста детей в первые три года жизни, новые модели оценки, озвучит профессор кафедры Москвы Галина Станиславовна и соавтор доцент Ганозин Валерий Михайлович. Пожалуйста. Включите таймер. А где включить? Где включить таймер? А, я вижу таймер. Ага. Так, обратно. Обратно сюда. Добрый день, уважаемые коллеги. Вот позвольте представить еще один доклад о векторах роста детей в первые три года жизни и новой модели оценки. Мне именно хотелось бы вы как раз в том, может быть, небольшом времени сосредоточить ваше внимание на новых моделях оценки и, может быть, меньше коснуться вот теории. Но, тем не менее, на сегодняшний день траектории роста ребенка в раннем детстве рассматриваются как факторы жизни, как факторы риска на, и формирование его здоровья на дальнейшую жизнь. Поэтому наш, собственно, симпозиум так и назван. И здесь представлены, собственно говоря, ну, не противоречащие друг другу гипотезы, но, тем не менее, часть авторов считает, что внутриутробное развитие является фактором риска хронических заболеваний. Другие же, напротив, считают, что траектория роста в послеродовом периоде наиболее важна, является детерминантом формирования таких заболеваний, как сердечно-сосудистые, цереброваскулярные заболевания. Таким образом, вот внизу представлены концепции, размер при рождении, траектория роста, кардиометаболические риски в детстве и во взрослой жизни. Но на данном слайде представлены кардиометаболические последствия, связанные с внутриутробным и постнатальным развитием. Вы видите, что здесь также пересекается интернатальное развитие и раннее постнатальное развитие. И результат – это инсулинорезистентность, повышенный вес, ожирение. Много говорилось на нашем конгрессе уже об этих процессах. Это повышение артериального давления, нарушение функции эндотелия, нарушение липидного профиля и метаболический синдром. И наиболее подвержены вот возникновению кардиоваскулярных рисков в последующем – это дети с малой для гестационного возраста массой, с большой для гестационного возраста массой. Здесь представлены данные дефиниции на данном слайде. Кроме того, догоняющий рост или, напротив, замедленный рост предопределяет то, что может формироваться у ребенка определенный фенотип, так называемый худой, толстый фенотип за счет увеличения количества жировой массы в составе тела. И, конечно, на сегодняшний день нам нужно соотношение количества жировой и безжировой массы в составе тела, которое определяется коэффициентами и также индексами. Физиологические особенности, к которым приводят вот риски ребенка, рожденные с малой массой для гестационного возраста, по данным, по литературным источникам. Малый при
для срока гестации масса, это быстрый догоняющий рост, это быстрый ранний набор веса, предрасположенность к висцеральному, очень активному ожирению. Снижается общая жировая масса с меньшим количеством подкожного жира и повышается соотношение висцерального и подкожного жира. Кроме того, имеется обратная зависимость массы тела при рождении с такими показателями, как уровень глюкозы в будущем, инсулина, инсулинорезистентностью. И вы видите, что все кардиоваскулярные риски, я не буду их перечислять, они достаточно хорошо известны, обсуждались на вот первые два дня на симпозиумах по ожирению, но все они формируются и связаны с массой тела при рождении. И главное еще динамикой роста после рождения. Риски для детей, рожденных с большой массой для гестационного возраста, изучены меньше, и данных меньше, происходит еще обсуждение, споры все-таки, как влияет большая масса и рост на дальнейшее развитие детей. Но, тем не менее, дети имеют замедленные прибавки в весе длине, но, несмотря на это, уже в возрасте 4 года они имеют более высокий вес, чем дети, рожденные с нормальной для гестационного возраста массой. Имеют высокую массу подкожного жира и индекс массы тела. И посмотрите, как влияет диабет матери, ожирение матери на дальнейшее формирование состава тела у ребенка, рожденного с большой массой тела для гестационного возраста. Если у матери не было ожирения, то в дальнейшем, по современным исследованиям, есть такие данные, формируется ребенок мускулистого типа. Он может не иметь высокой жировой массы, не иметь резистентности к инсулину и не иметь будущих метаболических заболеваний. И я представляю вам вот расчетные коэффициенты, которые на сегодняшний день используются для оценки соотношения жировой и безжировой массы. Это отношение к площади тела, к росту в метрах, возведенному в квадрат, по жировой и безжировой массе. И они характеризуются такими понятиями, как метаболическая нагрузка. Все, что связано с повышением жировой массы, это высокая метаболическая нагрузка. Все, что связано с количеством безжировой массы, это метаболическая способность. На сегодняшний день уже предложены авторами процентильные характеристики соотношения жировой и безжировой массы, которые предлагаются один из критериев саркопенического ожирения. Тоже вчера мы вот практически в зале рядом обсуждали эти вопросы. Так. И я бы хотела представить вам два исследования, о которых я буду вот сегодня говорить. Первое – это и представить вот те закономерности, как они изучаются, как они на сегодняшний день существуют у наших пациентов. Итак, первое исследование – это наше достаточно простое исследование, последнее исследование. Мы хотели просто оценить тренды физического развития у детей в первые три года жизни. Вот на очень небольшой когорте 133 ребенка у нас всего. Итак, по распределению длины. Итак, дети родились, здесь представлены, 24% имели высокий рост, и только 4% имели недостаточность роста на гестационный возраст. С другой стороны, если мы смотрели отношение массы к длине тела, то 24% детей родились с низкой гестационному возрасту массой тела. Дальше мы представляем динамику роста детей за 36 месяцев. Вот эта динамика роста, обратите внимание, мальчики и девочки слева имеют разнонаправленные тенденции. Сначала девочки отстают в росте, потом они начинают обгонять мальчиков в росте, а мальчики имеют все время такой очень стабильный рост. И частота регистрации нарушений роста у детей здесь представлена в начале, первые три месяца преобладают формы высокорослости, а с течением времени преобладать начинают формы низкорослости. Здесь представлены в Z-значениях на основании стандартов ВОЗ, мы представляли эти результаты. Но видите, что здесь не очень большие проценты, где-то порядка 3-7% вот встречаются нарушения роста. Теперь посмотрим по динамике индекса массы тела. Нас это тоже интересовало, когда дети пребывают, наши дети современные пребывают больше, когда имеется небольшая стагнация. Ну вот наиболее динамично дети пребывают с 9 где-то до 18 месяцев, потом идет спад и вот сохраняется динамика. И есть некоторые достоверные отличия по мальчикам и девочкам. У мальчиков имеется более высокий индекс массы тела в 9 месяцев и в 18 месяцев.
Ну, и я представляю вот распространенность нарушений питания у детей в этих возрастных группах. Мы видим, что действительно в первые месяцы жизни у нас преобладают недостаточности питания. Потом где-то с 3 до 9 месяцев у нас примерно одинаковое количество детей с недостаточностью и избыточностью питания, и уже к 12 месяцам начинает преобладать избыточная масса тела. И если мы посмотрим на 15-36 месяцев, то здесь уже сохраняется та же самая тенденция, и в течение 2-3 года жизни мы имеем избыточное питание у детей. Причем обратите внимание, вот я выделила отдельно синие столбики, избыточность питания, индекс массы тела, СДС выше 3Z-скор. И первые вот выводы из этого исследования, такие очень простые, которые мы сделали, таким образом дети практически 20% в первые 3 года жизни имеют нарушение питания, 80% имеют нормальный индекс массы тела. При рождении в первом полугодии преобладает недостаточность питания, а 6 месяцев и до 3 лет избыточность питания. И мы считаем, что на сегодняшний день актуальна более углубленная оценка статуса питания детей в раннем детстве с оценкой состава тела для дальнейшей разработки индивидуальных программ питания с персонализированными назначениями. И вот в этой связи нам показалось очень интересно представить вам исследование, которое мы изучили, которое мы оценили, которое как раз представляет нам взаимоотношение между весом при рождении, ранним ростом ребенка, скоростью роста и композицией тела, которую оценили в 5-7 лет. Достаточно большая когорта детей, здесь 3000 детей, 5-7 лет уже оценивали, и из них было 9% детей малых к сроку гестации рожденных, 10% больших к сроку гестации. И все эти дети были еще, помимо того, что они были разделены в зависимости от срока, от массы при рождении, они были разделены по динамике роста, ускоренный рост или замедленный рост. И здесь вы видите выбран прирост, который был использован как признак догоняющего и признак замедленного роста. Вообще вот такой общепринятый нет, но вот в разных исследованиях, особенно сейчас вот в европейских исследованиях, предлагается вот именно эта цифра. Чаще всего используется как признак догоняющего или замедленного роста. И оценивался состав тела по количеству жировой массы и безжировой массы в 5-7 лет, когда это доступно делать методом биоимпедансометрии, и вот применена диаграмма Хаттери. И все эти дети, 4 группы, сравнивались с детьми, которые родились с нормальной массой тела для гестационного возраста. Я вам хочу показать эту диаграмму, чтобы вы не пугались и поняли, что вот если мы... Здесь принцип, каким образом... Сейчас я хочу показать. Да, сейчас стараюсь. Вот. Просто я хочу вам показать, что, посмотрите, здесь мы хотим представить соотношение жировой и безжировой массы, а жировая и безжировая масса, она вместе будет равна коэффициенту, арифметически будет равна коэффициенту жировой и безжировой массы. И то все дети, например, с индексом массы тела вот 20-20, они, индекс массы тела 20, они будут иметь разное количество, могут иметь жировой и безжировой массы. И когда мы так вот в пространстве будем рассматривать вот эти вот показатели, то мы как раз можем получить определенные очень интересные данные, которые получили эти исследователи. Я постараюсь вам сейчас их показать. Вот посмотрите, в зависимости характеристики состава тела в зависимости от массы тела при рождении для гестационного возраста. Вот стрелками здесь показано, куда смещается жировая и безжировая масса у детей с избытком, у мальчиков и у девочек с избытком, рожденных с избытком массы на гестационный возраст. У мальчиков происходит увеличение безжировой массы, которые родились маленькими. Те, которые родились большими, они практически не отличаются от референтной группы. Это линия, которая сплошная. А у девочек снижается количество жировой массы, без жировой массы, и повышается количество жировой массы. Вот я вам сейчас сразу покажу. Также относительно роста ускоренного и роста замедленного, я покажу вам, чтобы сократить время, вот выводы, которые предложили нам вот эти исследователи. И попытаемся мы с вами понять, что же получено в результате вот этого, собственно говоря, персонализированного исследования. Итак, маленькая масса при рождении была связана с более высоким
высоким количеством безжировой массы и более низким количеством жировой массы тела у мальчиков в 5-7 лет и у обоих полов после замедленного роста. То есть вот нам не нужен быстрый ускоренный рост детей, рожденных маленьким в течение первых 2 лет. Напротив, дети, рожденные с большой для гестационного возраста массой, имели риск низкого безжировой массы тела и высокой жировой массы у девочек и у обоих полов после замедленного роста. То есть говорит, что детям, которые родились большими, нужно пребывать мало, это тоже плохо. Мы плохо будем формировать безжировую массу. И догоняющий рост в течение первых 2 лет жизни связан с более высоким приростом жировой массы у девочек, это группа тоже риска, и более высоким увеличением безжировой массы у мальчиков. Вот я считаю, что такой подход, а это, собственно говоря, новый подход, я вам представила оценки физического развития в зависимости от массы при рождении, от динамики роста, от пола. Это персонализированный подход, который на сегодняшний день очень востребован к оценке питания и вот к той, которую мы проводим сегодня. И вот здесь я выводы не буду уже перечислять, потому что они вот вам представлены. И я вас благодарю за внимание. Еще раз, это наши контакты. Если есть вопросы, есть пожелания, мы готовы к сотрудничеству и к совместной работе. Спасибо большое, Галина Станиславовна. Я благодарю вас за внимание. Вопросы, я думаю, что к вам подойдут и зададут индивидуально. Галина Станиславовна, заместитель заведующего кафедры по научно-исследовательской работе. Вы видите, да, глубокий анализ той темы, которую она представила. У нее есть соискатели, и мы желаем, конечно, ей больших успехов в этом плане. Уважаемые коллеги, я хочу спросить разрешение у модераторов следующего симпозиума, можем ли мы заслушать наш последний доклад, который, к сожалению, я не смогла как модератор уложить в отведенное время. И можем ли мы потратить перерыв на то, чтобы заслушать интересный доклад Ольги Викторовны Кисельниковой в соавторстве с Мариной Владимировной Писаревой «Уравнение с двумя известными». О чем подумать педиатру при повышении уровня АСТ, ЛТ у ребенка? Молчание – знак согласия. Спасибо большое. Извините нас. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, я постараюсь очень быстро пройти, да, тот путь, который проходим мы подчас очень долго, прежде всего, в свете действительно серьезных проблем. Но я, прежде всего, не могу не поздравить наш университет и замечательную нашу сессию. Она состоялась, несмотря на то, что мой доклад, может быть, не так, как хотелось бы представить, да, полно. Но в работе практической мы действительно с вами встречаемся с серьезными проблемами, с детьми, да, у которых загадок очень много, вот этих уравнений, казалось бы, известные, неизвестные. Сегодня мы поговорим с вами о синдроме цитолиза. Я напомню, что это не специфическая реакция клеток печени на действие повреждающих факторов. Индикаторы цитолизов прежде всего являются АЛТ, АСТ, лактат-дегидрогеназа, и обращу внимание, это пятая фракция, глютамат-дегидрогеназа. Ну и, собственно говоря, если мы говорим дифференцированно, то АЛТ, ЛДГ – это цитоплазматические ферменты, и ГДГ – это митохондриальное, АСТ – это, на самом деле, достаточно неспецифический компонент, цитоплазматический, митохондриальный. Ну, что еще нужно сказать нам, прежде всего, когда мы действительно видим с вами вот эти вот буквы в биохимическом анализе? АЛТ, он, прежде всего, специфичен все-таки для поражение печени и в меньшем степени для мышечных клеток и сердца. А вот АСТ, как я уже говорила и ранее, это более неспецифический компонент, и он отождествляет, на самом деле, проблем не только связанных с печенью, но и и с сердцем, и со скелетной мускулатурой, и с почками. То есть, собственно говоря, более неспецифичный. Обязательно, когда мы видим с вами ферменты в биохимическом исследовании, то смотрим на степень цитолиза. И легкая степень выраженности, это, как правило, не превышает 3 норм, средняя 3,10, тяжелая выше 10 норм. Сразу хочу сказать, что коэффициент Доритиса сегодня не особо применим, в большей степени, прежде всего, для терапевтической практики и для оценки состояния токсического поражения печени. Причин повышения трансаминаз огромное количество, и, конечно, педиатр прежде всего помнит о патологии печени, но сразу хочу сказать, чтобы не заблуждались, потому
потому что и вне печеночных причин огромное количество. Еще раз напоминаю, что это патология сердца. Это патология, связанная прежде всего с мышцами. И сегодня мы должны с вами помнить в том числе и о первичных миопатиях. Около 30% так называемых гепатитов неясного кинеза относятся прежде всего к миопатии. И забегая вперед, могу сказать сразу, что когда мы видим такое повышение трансаминаз, не забывайте взять еще им анализ на лактат дегидрогеназу и КФК, креатинин фосфокиназу. Еще один момент, который не могу не упомянуть, это с тем, что особенно в свете сегодняшних событий, когда мы видим детей, в том числе переданных нам из отделения патологии, да, и не только, и сегодняшняя ятрогенная ситуация, действительно мы сталкиваемся и с гепатитом лекарственным. И лекарственные средства, повышающие уровень трансаминаз, как токсического действия, так и прежде всего транзиторное, мы тоже должны определять. Не забывайте про парацетамол, да, вот это двойное, оборотная сторона медали, парацетамол, который в печени метаболизируется фенацетин, и мы знаем сегодня и фенацетиновую печень, и фенацетиновую почку, в том числе, которые могут явиться серьезными проблемами. Вальпрааты, цитостатики, противовирусные препараты, конечно, антибиотики. Перечень большой, поэтому учитываем в том числе и эти моменты. Итак, синдром цитолиза. О чем мы должны подумать? Как я говорила, градация на минимальный, умеренный, высокий, она очень важна. И когда мы видим умеренные цифры, то, конечно, мы помним о хронических вирусных гепатитах и о метаболических заболеваниях. А вот высокий уровень трансаминаз в большей степени характерен, прежде всего, для аутоиммунного гепатита, который тоже сегодня не казуистика, в том числе и у детей раннего возраста. Очень часто синдром цитолиза сочетается с гипербилирубинемией, так же, как с синдромом холестаза. Здесь, конечно, мы должны помнить о том, что это может быть маркером и вирусных инфекционных заболеваний. Ну и, конечно, перечень дополнительных медисследований достаточно глубокий и специфичный, который будет, прежде всего, касаться хронических болезней печени, неинфекционной патологии, в том числе метаболических нарушений обмена веществ. Напоминаю, что в том числе у детей раннего возраста очень актуальна проблема холестатических заболеваний печени. И в данном случае действительно визуализирующие методы исследования очень важны, в том числе и такой тонкой визуализации. На самом деле большое значение имеет возраст определения синдрома цитолиза. И, конечно, когда мы видим синдром цитолиза у детей, то мы помним и о наследственных болезнях обмена веществ, об аномалиях. Напоминаю, что холестатические заболевания и тот же самый синдром Алажиля и другие состояния, они характерны для детей именно этого возраста. Ну и точно так же, как хронические вирусные гепатиты могут манифестироваться этого возраста. Но вот на самом деле, наверное, самый такой актуальный возраст, и на чем, в общем-то, мы сегодня тоже останавливаемся, это ранний дошкольный. И большое заблуждение, что наследственные болезни обмена веществ, они манифестируют действительно до года. Вот я хочу представить кусочек нашей работы, который мы сегодня продолжаем, и наша кафедра тоже является таким соратником в плане, в том числе и по проблемам гепатологии, и по проблемам наследственных болезней обмена веществ. Это данные детей за 2 года, структура патологии печени, она очень разнообразна, не буду на ней останавливаться, но хочу обратить внимание, что порядка 5% это как раз относится к наследственным болезням обмена веществ. И у них в большинстве своем это прежде всего высокий уровень трансаминаз. Но вот какой интересный факт. Как я уже сказала, мы все ждем, что это дети чаще всего раннего возраста до года. Ничего подобного. Обратите внимание, вот эти кружочки, которые я подчеркиваю, это манифестация и определение прежде всего заболеваний. Это тирозинемия, это дефицит лизосомной кислоты липазы, это недостаточность альфа-1-антитрипсина. Возраста не до года, а возраст в большинстве своем это дошкольный и младший школьный возраст. Поэтому, конечно, акцент внимания должен быть на них. Итак, наследственные метаболические болезни печени.
печени. Это очень большой класс моногенных заболеваний. В рамках этого конгресса школа редких заболеваний. Не буду останавливаться на всех сегодняшних проблемах, которые существуют, и достижениях, в том числе о них тоже мы будем говорить. Большой класс именно метаболических заболеваний, которые сопряжены с печенью. Я не буду долго останавливаться на клинической ситуации. Хочу обратить внимание, возраст 6 лет. И ситуация с этим мальчиком, у которого совершенно спокойный анамнез жизни вот до периода обнаружения заболевания, как стандартный ребенок рос и развивался, пока не попал на диспансеризацию. Диспансеризация, которая проходила в рамках перевода в школу, то есть это возраст 6 лет, где впервые была обнаружена гепатомегалия, и дальше заводится тот объем обследований. Мы видим высокие трансаминазы, причем тоже хочу обратить внимание, это невысокий уровень, да, не трансаминазы по 1000, это всего 1,5-2 нормы. В ходе дальнейшего исследования, которое было очень обширным, мы выявили синдромы основные, которые определялись прежде всего синдромом цептолиза. Выявлена была, ну, как теперь мы понимаем, не случайно, а действительно в рамках обследования гиперхолестеринемия с дислипидемией и, конечно, гепатосплиномегалия. Как я уже подчеркнула, очень большой перечень обследований, в том числе исключающий вот те заболевания, которые сегодня я перечисляла, это инфекционные заболевания и заболевания аутоиммунного генеза, это заболевания, сопряженные с синдромом малиабсорбции. Долгий путь, сложный путь, который привел нас к вот такому состоянию. Такое заболевание, дефицит лизосомной кислолипазы, относящийся к классу болезней накопления эфиров, холестерина у ребенка, да, который до 6 лет рос и развивался достаточно стандартно. Аутосомно-рецессивное заболевание, кислолипаза, это фермент, относящийся к семейству гидролаз, в основе это дефект гена липа, это многокомплексное, многофакторное заболевание, не только патология желудочно-кишечного тракта здесь страдает, но и сердечно-сосудистая система, да, потому что помним, что это гиперхолестеринемия. У детей такие могут быть обнаружены увеличение селезенки. И, кстати, у нашего этого ребенка тоже в течение достаточного времени регистрировалось, расценивалось как то, что он часто болеет. Поэтому, конечно, акцент внимания на этих симптомах. Лабораторно-инструментальные признаки, как я уже говорила, это повышение трансаминаз, это уровень холестерина, который тоже сегодня... Мы ратуем за то, что включение в программу диспансеризации детей в свете событий, не только связанных с наследственными болезнями обмена веществ, но и проблемами гиперхолестеринемии у детей. Диагностика на самом деле сложная. Но знаете, как всегда у нас сложная, бывает иногда и просто, когда на помощь приходят такие замечательные доктора и корифеи, как доктора медико-генетического научного центра, имеющие программу сегодня, бесплатную программу для определения этого заболевания. Ну и, собственно, сегодня мальчик этот живет в Ярославской области под непосредственным наблюдением докторов областной детской больницы. Он получает специфическую терапию специальным препаратом и получают, опять же, и в том числе теми докторами, которые наблюдают. В заключение своего сообщения я еще раз хочу напомнить, что уровень трансаминаз всегда он настораживающий, и план диагностически очень сложный. Мы должны действительно помнить вот о тех всех проблемах, которые сопряжены с повышением уровня трансаминаз, не забывать выполнить расширенную биохимию, включающую не только маркеры холестаза, но и, как я уже говорила, холестерин. Напоминаю об ЛДГ и КФК и вовремя ребенка направить к неврологу, потому что проблема может быть, еще раз напоминаю, сопряжена и с миопатией. Ну и те наши работы, которые мы совместно с нашими практическими врачами проводим в Ярославской области, действительно подтверждают, что надо задуматься. Надо нам задуматься о диспансеризации, на которой сегодня у детей тратится достаточно большое количество средств. Это правильно делается. Но включение в этот медицинские осмотры не только исследования,
исследования уровня глюкозы, но и биохимических маркеров, таких как АЛТ, АСТ, ЛДГ, КФК и холестерин. Вот с этим мы с предложением выступаем не только на наших симпозиях, но и на всероссийских. Да, предложения наши поступают и в том числе специалистам, которые занимаются этой патологией и поддерживают наши исследования. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Ольга Викторовна. Вы не только великолепный доцент, врач, но вы и великолепный оратор. Уже настолько привыкли выступать с высокой трибуны, что умеете укладываться в то время, которое я вам как модератор отвожу. И самое главное, последним слайдом вы показали именно наше предложение конкретное по изменению программы профилактических осмотров детей. Спасибо еще раз. Уважаемые коллеги, мы заканчиваем наш симпозиум. Я выражаю огромную благодарность организаторам Конгресса за то, что дали нам возможность провести этот симпозиум, отметить юбилей нашего вуза, показать сотрудников кафедры, которые изучают очень серьезные проблемы вместе с практическим здравоохранением. Я благодарю вас за то внимание, которое вы проявили к нашему симпозиуму. Приглашаю вас в Ярославль, приглашаю в наш вуз учиться, повышать квалификацию. Приглашаю на юбилей нашего вуза, который состоится 8 ноября 2024 года. Приходите на наши образовательные мероприятия и конференции. Мы их проводим ежемесячно. И многие наши конференции транслируются онлайн. Следите за нашей рассылкой. Всего доброго, будьте здоровы. С наступающим праздником 8 марта.